В Карталах начались дополнительные проверки газового оборудования в частных домах. Команда специалистов посещает по 100 абонентов в день, чтобы не допустить трагедий. Самим горожанам теперь будет за газ платить проще. Почему, выяснила Маргарита Хижняк. Новый офис «Новатек Челябинск» открылся в Карталинском районе. Получив собственное помещение, компания создала для своих абонентов максимум удобств. Раньше для абонентского участка площадку арендовали. Там как бы неудобно было. Там бы деловой центр, и вот как бы там вот у них был офис, и там вот так вот. А сейчас очень хорошо. Новый офис находится в одном здании с банком, так что можно сразу оплатить не только газ, но и получить другие услуги. С открытием офиса в Карталах «Новатек Челябинск» завершил программу реорганизации абонентской службы. Теперь все 10 участков компании находятся в собственных помещениях. Этот абонентский участок обслуживает 3 муниципальных района – Карталинский, Брединский и Варнинский район. И наш основной принцип и задача – это улучшение обслуживания наших абонентов не только в крупных городах, но и в населенных пунктах. Новый абонентский участок будет обслуживать 62 населенных пункта. Это более 30 тысяч абонентов. Из нового офиса участка выходят на проверки и контролеры компании. Сейчас каждый специалист обходит по 15-18 абонентов в день. Сегодня по плану проверка в частных домах. Если едем на машине по заданию, сначала отрабатываем то, что выдает старший контролер. Это проверки счетчиков, пломбировки, списания. В квартирах обычно тухнут циферблат. В целом проверки проходят успешно, минимум замечаний. Карталинцы следят за своим газовым оборудованием и, к слову, исправно оплачивают квитанции за газ. Маргарита Хижняк, Виталий Пастухов, ОТВ.